с машины верёк придём, возьмём. Мама такое не хочет. Я могу спросить. Я хочу. Ты хочешь? Ты будешь ее кушать? Да. Можно? Ты мне попросишь рыбу. Хорошо, попросим. Ну так не. Так, но они каждый ловит себе. А? Каждый ловит себе рыбу. Нам повезет. Целую верёк, ты видишь? А четыре сразу, ты видишь? Я хочу, чтобы он с нами поделился. А можешь попросить? Ну, посмотрим. Да. Ты какой? Я иду. За этим там крючки. Ну ты идешь просить? Так, ну, некрасиво выпрашивать. Мы надо поймать, мы поймаем свою. Теперь брать удочки. Ну конечно, надо свою поймать. Он стоял. Все, теперь мы знаем, в котором часу. Видишь, с утра здесь не ловится. А вечером, когда закат, здесь ловится рыба. Все, будем знать теперь. У нас такая удочка есть. У нас есть такие снасти. Да, ну там были русскоязычные рыбаки, которые более симпатизируются. Они не говорят по-русски, они как бы у нас с ними особой такой связи нет. А мы по-английски? Можем по-английски спросить. Я думаю, что это неприлично. Мне стыдно просить рыбу, когда у меня есть свои удочки, сам умею ловить. Гарик, не подходи близко сильно. Гарик, не подходи близко, я чтобы тебя не задели крючками. Миша, не замахиваются, чтобы бросить. Не могут тебя...
Кого? Ты птичку хотел поймать? Не хотел поймать. Это непросто. А как можно поймать птичку? Ну, такими большими сетками ловит, ловушками ловит. Но я думаю, что мы это делать не будем. А что птицы едят? Разные птицы разные вещи едят. А вот эти? Эти все едят. И хлеб едят, и комариков едят, и... А камушек? Вот. Камушек, конечно, они. Ты знаешь, едят тоже бывает, что камушки едят. Они в забу используют камушки, чтобы перемалывать пищу. Гарик, Гарик, мы не идем так туда. У меня есть в машине какой-то маффин, можно маффинов их подбросить им. Вот. А такой большой они будут? Такой, такой не может, конечно. Маленький, маленький. Такой? Вот такой? Вот такой камушек? Совсем маленький, маленький. Да, чтобы ему в клювик поместил. А стекло? Стекло они не едят, они могут умереть от стекла. Стекла не надо. Стекло, положи, стекло не трогай. Идем делать шашлык. Пошли место посмотрим для шашлыков. Я буду жарить маффин. А я думаю, что к маффину и там мы птицу поймаем. Там, где шашлыки делать. Видишь, здесь еда, а птицы не прилетают. Они думают, что там есть какие-то полезные вещества, и они ошибаются иногда. Да. Ну, говори. Нет. Нет еще. Да, все школы переходят. Ну. Ну да. Ну да, что да. Да. Я imagine, я просто злой на тебя, что ты пошла в Stop & Shop, куда ходит весь Брайтон, все Шипшот Бэй. Только я буду жарить маффин. Мы возьмем, сейчас. Вон место. Ну, я здесь, зачем я... Ты все санитайзила, и глаза тоже. Хорошо. Крутое место, да? Так, я думаю, что вот это
Вот это будет наше место, хорошо? Угу. Нормально. Ну, тут, кстати, очень много селедки ловят. Гарик очень пытается... Он очень хочет селедку принести домой. Хорошо. Да? Клади, сейчас они прилетят. Давай, пока. Вот это вот я собираюсь сделать, да. А такой камушек? Да? На, скажи маме. Привет. Какую? Палм-Бич. Не на Палм-Бич, это Фараковый. Фараковый. Роковый. Алло. Ну все, мы пошли делать. Ай. Ой, так. Так что? Хочешь нести? Mm-hmm. Окей, пошли, я возьму. Сделать, чтобы они прилетели. Мы сейчас разожжем костер, им станет тепло, и они прилетят греться.